Доброе время суток, дамы и господа. Меня зовут Владимир, и вы на канале BB Play. Сегодня мы решили поэкспериментировать, посмотреть на инди-проект. Я с него отлазил по Стиму, рыскал что-нибудь такое интересное поиграть, такое что-то неординарное, к чему я раньше никогда не обращал внимания, и нашел скидочку на Fantasy Blacksmith. Кто бы не хотел бы побыть, конечно, в роли кузнеца в средневековье. Давайте, друзья, поиграем, посмотрим, как это нам зайдет, не зайдет, вам понравится, не понравится. Так что, друзья, еще оставляйте комменты, ваши пожелания и ваши мысли по поводу этого проектика. Так что мы начинаем. Так что я вообще об этой игрушке ничего не знаю. Начнем мы... Окей, назовем, как мы назовем? Владимир. Будем латинскимся. Владимир. Владимир. Окей. Будем Владимиром. Хочу стать лучшим кузнецом в это... цель. Хочу стать лучшим кузнецом в этих земельях. Я должен быть на вершине списка. Это не будет легко. Мне придется постигать не только кузнечное дело, но и руническую магию. Варку зелий и прочее. Интересно. Алхимия. Угу, это хорошо. И однажды я стану лучшим, известнейшим кузнецом. Закрыть. Ясно. У нас задача довольно-таки... нехилая, как говорится. Так, ладно. Перемещение, как обычно. WASD. Первые руки, второй щипцы или Q. Щипцы, ну, это когда будем вытаскивать из эту железку из горна, да. R или 3 взять кирку, если имеется. Ага, будет что там еще руду накопать. X или 4 взять термометр, если имеется. Опять следить за температурой, это понятно. E или LK, левая кнопка мышки, взаимодействие с объектом. Левая, хорошо, да. Ctrl присесть. Escape, пауза, меню, но это обычно. Tab показывает сумму денег и репутации. Оу, тут еще репутация у нас есть. Латинская игра, как называют, меню прокачки персонажа. Прокачка еще вообще довольно-таки интересно. Б, удар мечом. Удар мечом, что, с кем-то должен драться еще? Удар мечом, ага. С, часы. Т, описание предметов. О, Т, это довольно-таки интересно, будем посмотреть. Итак, куда мы зашли? Smelting, плавление. Перед тем, как идти в шахты, вам нужно купить кирку. Она продается в городе. После того, как кирку придет, вы возьмете ее, она всегда станет привязанной к персонажу. Вы можете выбрать кирку и по кнопке 3 или R. Вы можете использовать кирку на правой кнопке мыши. Первая кнопка мыши. И это также не мешает... Первая кнопка мыши. А правая кнопка мыши. Первая. И это также не мешает вам брать что-то вроде факела в свою вторую руку. Ага, ну это... На факел нужно будет по-любому. Стол алхимика. Чтобы изготовить дамасскую сталь, нужно купить metal box, так полностью непряженную металлическую коробку и приплавить пластинку в печи. Бросить металлический ящик в печь, затем бросить выковыренное лезвие. Как-то, блядь, ну, странно. Ладно, посмотрим. Магический стол. Вы можете добавить магические эффекты оружия на руническом столе, чтобы наложить заклинание. Вы должны положить волшебный кристалл на стол и правильно собрать изображение из рун. В этом вам поможет книга заклинаний. На столе есть книга заклинаний, для которых вы должны покупать руны в магазине. После покупки они автоматически появятся в книге. Ух ты, как интересно. Колдрон. Во-первых, вам нужно положить меч в котел. А, ясно. Отлично. Magic Stone. Магический камень в котел. Затем добавить другие ингредиенты из рецепта. Если вы все сделаете правильно, вы увидите волшебный эффект, и ваш клинок изменит материал. Если вы дотёршик, вы сможете использовать Clear Stone, почистить камень, да, получается так, и начать заново. После применения заклинания вы потеряете материал для своего меча или получите магический, поэтому используйте дешевый металлы. Алтарь. Стук. Что за стук? Ладно, потом прочитаем. Но так, стук, стук. Это кто? Куда? Что, где? Нажмите и удержите таб, чтобы увидеть количество денег, репутации. Так, стуку на... Ой, ёпты. Идем наверх. Кто-то у нас ломится в дверь. Идем, 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 идем. Здрасте. Донт. О, hello. Can you assemble my blade with the handle parts? Можешь собрать мой меч с деталей, которые он мне даст. Ну, пошли, сейчас соберем. Ёп. Это как-то удар, что я должен... Я должен словить момент, хорошо, да? Ой, плохо. Ух, стотка, ёпта. Нехило.
Ай-яй-яй, промазал. Ай-яй-яй, 98%. Next, следующее. До конца еще не перевели, я смотрю. Так, значит, нам надо как-то попасть по максимуму после этой... Вот так. Отлично, сотка. Реакция. Сотка. Замечательно, у нас все получается. Сейчас, секунду, сейчас, секунду, секунду, сейчас. Вот так, бам, сотка будет. Отлично. Средний процент 100%. Супер. Ой, быстрее бегает. Крутить. А, тут надо крутить уже. Раз. Блин, 95%, как-то так. 100, 100. 95, что? Иди сюда, вот так. 100. 95, 97,7. Total average exit. Отлично. Что? 48. Спасибо вам, мастер. До свидания. Ну, пока. 48 монеток, 48 репутаций и что-то еще один. Что? Что это такое? Это что? Раз. Какие-то камни? А, куда-то как это, подожди. Артефакты могу сюда какой-то засунуть, а? А-а-а. Нет, могу ничего сделать. Какие-то камни здесь валяются. Что мне с ними делать? Ладно. Пойдем, может быть, где-то там можно куда-то кинуть его. Какие-то камни, блин. Непонятные. Что-то у меня тут. Подожди секундочку. У меня что-то мышка залетела, не то куда надо. Может, что в сундук? Да нет. Ладно, возьмем, может быть, что-то еще здесь есть. Стол. Котел. Чтобы вот сюда может. Нет? Ты что, издеваешься надо мной? Куда мне тебя бросить? А могу на стол положить? Например, сюда. Ладно, будем под столом у нас валяться все. Походу нельзя положить на стол. Ладно. Пошли наверх. Какие-то камни. Ну что за камни? А та, мы же можем та нажать. А, не рассказывай ничего по поводу та. Ну хорошо, ладно, идем вниз. Бросим камень сюда пока что. Ёпт. Тихо, женщина. Ой, ты, мужик, куда ты там? Сюда иди. Ага. Хорошо, ладно. Как-то тут, блин, разобраться еще надо. Ладно. Так, что у нас так дальше? Да ладно, черт с ним. Это что? Нажми 4 или X, чтобы переключить термометр. Термометр. И что я должен с ним делать? Хорошо. А если так? Хорошо, может быть, потом как-то понадобится дальше. А, могу его как-то спрятать? А, иди. Так, что это у нас? А, какая алтарь, да? На алтаре были, да? Не, или мы... Где мы были? Артефакты, ладно, это потом еще... Ну, это, короче, рассказывает, что как магазин... Форджинг, это... Ясно. Это какой-то мануал. Так, что это? Используйте карту, чтобы купить слиток бронзы или изготовить меч. И плюс, чтобы выбрать материал для рукоятки. Что? Ну да, это, наверное, еще перевод неправильный. Хорошо, ладно. А как, где у нас карта? А, карта. Деревня. Фордж. А, вот у нас бронза. Это что такое? Два это. А-а-а. Нет, подожди, подожди, подожди. Что тут как-то тут? Это что? Это. А-а-а, надо собирать меч здесь уже? Это как так? Вот такой сделаем, да? Рукоять. Вот такой вот. Да-да-да, супер. Здесь мы замутим. Такой можно? Нет, слава. Как я могу это вот убрать? Ах ты, все набирает сразу. Ну ты жопа. Ладно. Так. Рукоять такой сделаем. Так, это у нас здесь будет вот такая вот. Здесь у нас будет такая вот. Нету дома никого, подождите, друзья, мне тут надо. Это что? Бляха-муха. Да нет никого там, подожди, сейчас я уже иду. А есть где-то застрелное что-то?
А, во-во-во-во. Он такой. Нету дома, идите везде в попу. Корзина. Закрыть. Добавить меч. А как тут? Взять его можно, да? Закрыть. Карта. Плюс. Оу. Железо? Это что? Добавить. Или дуб? Давай дуб. Куда-то там добавили мы. Ну, еще один дуб куда-то. Я не знаю, что это такое. Бронза. Добавить меч. Сейчас мы будем разбираться, друзья, по поводу этого всего дела. Корзина. Закрыть. Корзина. Ага. Купить. Так, возьмите ящик с углем и бросьте его в печь. Для повышения температуры нажмите Е или левую кнопку мыши. Нажмите Т, когда любой предмет покажется в вашей руке. Так. Берем. Хорошо. Поместите слиток в печь. Нажмите Т, когда такой-либо предмет находится в вашей руке, чтобы увидеть его описание. Первая печь прогревает до 1000 градусов. Ух ты, бля, тут еще и печки у нас есть разные. Берем. А я могу как-то заценить? Name, а бронза. И что, я должен бросить туда, да? Хлыбысь. Используйте мех, чтобы преодолеть температурный порог в 700 градусов и ускорить процесс нагрева. Раз, два, три. Ну, например. Возьмите термометр. Оу. И что? А он нагревается. А если мы еще раз качнем? Нужны щипцы? Подожди, как щипцы? Подожди, нас поправим температуру, какая она здесь. Кого не перегреть? А щипцы какие, блин? Как? Ладно, посмотрим и разберемся, что за херня. 750, да, грил? 870 максимальный порог, да? Что-то бронза давай сделаем 800. Необходимо использовать щипцы или слиток или развитие Q. Q чем? Q, да? Q, 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 Q. Q. О. Оу. И дальше что? Нажмите I или Q, чтобы скрыть щипцы для ковки. И нажмите E наковально. E. На наковальню что? А-а-а! И что я должен делать? Ах, я должен лупить его. Я должен что, бить его в твою точку, что ли, я не понимаю? Походу настыл уже, да? Не готово, не готово. Как я должен буду дубасить? Ага, ясно. Значит, надо завершить, надо опять греть его, да? Берем Q, щипцы, да? И бросаем его туда. Бум! Во! Сейчас скрываем, качаем. 870 градусов мне надо. Так, четверка, да? Ну, чуть температуру не покажу, чувак мне. А, во-во-во, пошло, 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 пошло. Так, Q был, да, у нас? Чтобы не профукать опять. Давайте 850 доверим. То что слишком быстро остывает, я не понимаю. Идите, иди сюда. Хорошо. Е. Е нажимаем. Не, скрыть. Е. И дубаси, да? О. Сейчас мы тут замутим, блин. Мечо. Какие-то уже что-то вырисовывается здесь у нас. Нажмите, поместите слиток в печь, тогда опять остыл, да?
Да ты что же издеваешься, что должен только просто постоянно его туда клацать? Я понимаю, что кузнец есть кузнец, но... Ладно. Берем щипцы. Ой, щипцы, блин. Ну все, завершить. Кью забираем и обратно бросаем его туда. Один. Так. А, вот у нас меняется этот, вот смотрю, снимок сверху, да? Ну, писец, как он остывает быстро, а? Ладно. Завершить. Щипцы. Забираем его. Иди сюда. Необходимо использовать щипцы, если слиток или лезвие горячее, чем 100 градусов. Нажмите кнопку 2. Ясно, это понятно. Подожди, 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 подожди. Куда ты там делся? Мне надо видеть температуру. Ой, уже пора. О! Надо следить за списком этим, как его, за... А он тут видит, что дымится, да? Как перестает дымиться, тогда все, жопа. Да, он уже вот все уже не дымится, иначе уже остыл. Хорошо, завершить. Так, ясно, уже понемножку мы вырубаемся, что за фигня здесь. Так, рано, качаем. Раз, еще два. Бог любит троицу, говорится, да? Погнали. Думаю, сейчас до 800 градусов, блин, уже так. Да главное, чтобы... Хорошо, дальше что? Должен дальше дубить его? Лупить, вернее. Ай, остыл, мать моя женщина. Да, все, он остыл. Нажмите, чтобы закрыть. G. Что за G? Так, хорошо, Q. Опять же. Бросаем его туда. Раз, два. Блин, этот первый мешки, что будет, наверное, долго, его надо будет делать. А почему ты не показываешь температуру? О, пошло, 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 пошло. Главное опять не профукать. А чё так? Просел. Ну чё, не хватает угля, я не понимаю, что? Походу ему угля не хватает, да? Подожди, давай еще раз качнем тут. Раз, два, три, четыре, пять. Да, походу угля нет, да? Ну ладно, давай забросим еще уголь. Ой-ой-ой, сейчас будет пипец. Так,
Чуть не прозевали, пацаны, блин, эту фигню. Раз. О, зелененькая. Два. Хорошо. Хорошо. Да, бля, я просто прирожденный кузнец, наверное. Смотри, как тут у нас лупится все. Опять остыл. Но ты даешь, чувак. Ну ладно, черт с ним. Еще раз погреем его. Сейчас тут просто получится бешеный меч. Сейчас иди сюда. Хопа. Забросили. Четверочка. Температуру чекаем. Пацаны, давай, 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 давай. Сейчас давайте до 800 градусов погреем. И все. И берем. Потому что нам там осталось чуть-чуть только добить. Вот сюда. Хлыбысь. Хлыбысь. Или мало. О. О. Во. Вот сюда, вот сюда. Супер, еще раз. Отлично. И что дальше? Пойдите так вечно, жмите так, когда либо где-то находится в вашей руке, чтобы увидеть описание первого. А что я теперь сейчас должен делать? Еще дальше да, греть? Так, ну рано. Берем шипцы, щипцы. Бросаем. 700 градусов. Давайте до 700 градусов. Сейчас буду уже предпоследняя. Мне так кажется, да? Вот, хватит, хватит, хватит. Не помню, как долго я должен его... А, вот, вот, показывай, все. Ага, вот в чем прикол, смотрите, друзья. Нам сейчас надо заготовочку уже сделать, тут появится зелененький, познали, значит, так мы можем еще погреть даже побольше чуть-чуть его. На 7, на 800 можем догнать его, да? Вот 50 сделаем. Ну. Че, он уже остыл? Да что ж ты можешь делать, а? Он же застыл уже, морда. Ладно, берем, греем. Ну, чувак, ты чё? Боюсь испортить его. О, супер. Отлично, готов. Завершить. А, это что? Это что такое вообще? Алло. Я не понял. Это. Можно я посмотреть, что это такое, друзья? Не, не могу. А это что здесь такое? Это могу взять? И зачем мне показываешь это опять? И все, что я должен сделать?
Ну хорошо, ладно. Теперь может точить надо? Ох ты вот. Нажмите C, чтобы вращать колесо. Ой, как слабо вообще. Ай, вообще жопа. И дальше что? А-а-а, рукоятка вот она здесь, что? Ладно, пока что бросим на пол. Это берем сюда, это что? А, вот в чем прикол. Ладно, рукоять. Ладно, хорошо. Дальше что у нас? Верхняя часть. Все из дуба у нас, да? Как я понимаю, да? Где рукоять? Где нож? Ой, блядь, лезвие, нож. А, рукоять уже валяется. Теперь мы можем кинжал положить. Меч. Ага, вот в чем прикол сейчас. А сейчас надо опять бить, да? 90%. А я и прозевал! 75%. Опять плохо. 90. Ну, как и так прокосячил, молись. Раз. 100. Не, 95. Раз. 100. О, неплохо. И тоже что? 90. Ай-яй-яй, мать моя женщина. Ну, хорошо, ладно. Не страшно. Это первый меч. Он всегда какой колом, блин, колом получается, да? Вот так. Ой, плохо. Плохо. Вот так. Отлично, 89 total exit. Хлыбысь на мечи. Нормально мечи замутили мы, друзья, говорится, да? А, и что мы теперь? И что ты? И что? И что? А. И что? И как я вот это положу? А, вот. Стук. Что? Дешево, отлично, ясно. Что? Ура, обучение окончено, вы сделали, продали свой первый меч. Игра, дальше вы сможете накладывать магический эффект на меч с помощью магического стола, когда изделение... Ага, ясно, это что, я здесь. Цена. Hey, bro, здорово, братишка. Я хочу купить дешевый меч за 300 монеток. Конечно, у меня есть. Показать меч. Продать. Отлично. 203 монетки. Курьер, я нашел новое место. Теперь доступны новые какие-то сооружения. Так, подожди, сделаем так, короче, мы сейчас. Ладно, пусть Don't not disturb. Не беспокой, да? Что за новое место? О чем ты? Где могу проверить новое место? Карта? А! Город! Интерьер? Что? Ах ты, блин, посмотрите, друзья, мы можем покупать улучшения. Нехило, нехило. Какие-то столы. А еще что-нибудь такое толковое? Надо закрыть. Может что-то... Мне надо купить кирку, да? А другого ничего не найдет? А, во-во-во, кирка! Покупаем кирку. Термометр, что это? Измерять температуру до 1000... Так, нам надо вот... Угля купить, две. Нам нужен факел, чтобы пойдем копать. Тут должен где-то быть, по идее, тогда... Это шахта. И железо. Железо. Температура кофе для железа 1300 градусов. Блин. Обновить печь до второго уровня. А как я могу обновить печь до второго уровня? Интерьер. Во. Я хочу купить ее. Ой, корзина.
Вот так, да? У нас будет новая печь. И нам нужен термометр надо купить, да? Купить. Идем обратно. Назад. Интерьер. У нас 5 из 5, да? Так что тут было где-то еще. Не, это было в этом. Вот здесь. Forge. Где-то здесь был термометр, да? Вот. Термометр 1500 градусов. Берем его. И нам нужно железо, да? Слиток железа. Берем слиток железа. Это что? Добавить слиток? Какой? Вот, таун. Что-то тут у нас в городе, у нас какие-то другие эти стилистики. Вот так. Это что у нас? Не, нам это сюда надо что-то... Вот так сделаем. А это здесь можем поменять? Вот такой... Фу, вот такой вот сделаем. Не, вот такой сделаем. Здесь мы поставим простое. Сюда мы поставим вот такую тему. Здесь мы поставим опять же так. И наконечник будет у нас вот такой. Вот такой меч у нас будет, друзья. Так, закрыть. А тут что можно сделать? О, базальт. Добавить. Он здесь... Базальт, сосна и железо добавить. Закрыть. Не, ух ты, блин, корзина. А, все, все, понял, все. Купить. А это что, я в темнице хоть сижу, нахуй, отсюда не могу выбраться, по идее, да? Так, мы сейчас ждем, пока у нас туда доставят наши. О, стук, побежали, побежали. Что у нас здесь? Может, какой-нибудь заказик будет суперский? Сейчас посмотрим. Где тут у нас окошко? Вот оно. Здрасте. Цена. Здравствуйте. Можете ли вы заточить мой меч? Ух ты, по-русски написали. Конечно. Идем. Ух ты, блин. С. Спасибо, мастер, до свидания, пока. Так что, список лучших гнецов. Гефест, Брокен Синдерс, Воландер. Ну, конечно, у нас даже здесь и близко нет в поминках. Ладно. Значит, они будут нам приходить с разными квестами. А у нас где-то что-то пришло нам, не пришло? Наша посылочка. Мы хотим сделать офигенный меч. Ух ты. Закрыть. У нас... Посмотрите, друзья, какая у нас новая печь. Шикарно. Дальше что у нас? Где у нас? Где наш этот? А, вот. Так. Это что? Термометр. Пика. Факел. Это мы поставим вот сюда. Как ты это бросаешь некрасиво? Не мог так красиво поставить? Ну хорошо, ладно. Черт. Где-то у нас до... Железо, ладно, это потом... Это что за помещение? Что здесь у нас? О, здрасте. Это что у нас? Шахта? Это, оказывается, шахта. А где у нас? Опа. А что он в левой руке взял это все дело? Ну, жесть, конечно. Ух ты. Опа, что-то мы тут собрали. Ой-ой-ой, стоп. Где? Тут еще были у нас разные. Да что ж ты бросаешь факел, ёпта. Иди сюда нахер. Ладно. Да что ты? Я забыл, что надо правой, левой кнопкой нажимать. Да ё-моё, что ж делать? Иди сюда, давай. А металл, ничего не такой металл? Опа, что тут упало? Ничего не упало? Нет. Ну, что у нас здесь?
Ничего. Тут какая-то глинистая порода, блин. Странно, что-то еще мы не обвалились наверх. Нет, ничего, да? Не, ну конечно, тут они могли как-то подработать насчет этой темы. Мало ли, что левой рукой мы это долбим. Да что ж ты будешь делать, ну? Иди сюда! Вот. Это что такое? Череп какой-то. А что с ним должен делать? Ладно. Стук. Стук. Череп. Череп сюда. Череп. Пошли, череп. Напугаем людей. Идем, идем. Иду, иду уже. Не ломитесь в дверь. У меня череп в руках. Сейчас мы быстренько получим звездюлей. Могу ему засунуть на... Ух ты. Нет, нет. Ладно, черт с ним. Иди сюда. Да. Здорово, бро. Я хочу купить меч за 600 монет. Быть... С дамасской стали? Конечно нет, дружище, нет у меня. Хорошо, мне в следующий раз. С дамасской стали. Ты че, зверела, женщина? Какой... Да. Ладно. Могу что-то засунуть сюда. Это что здесь? Что как тут происходит вообще? Ничего не происходит. Ладно. Name school. Это, ну, это я понятно, что здесь череп. Может, куда-нибудь пригодится потом? Ладно, какой-нибудь, опять же. Под стол его. Вот так вот. Монетку вот так вот тоже. Хопа. Все на стол. А, он не хочет на стол быть, да? Так, что у нас здесь? Металл, да? Ладно. Металл так металл, пусть валяется здесь пока что. Так что, друзья, на этом мы сегодня закончим первую знакомительную серию по игрушке Fantasy Swords. Оставляйте комменты, скажите, что вы об этом думаете. Прокатим нам такие фановые проекты. Это же инди-гейм, в конце концов, да. Я раньше этим никогда не занимался, но не знаю. Вроде бы так прикольно, что-то новенькое, совсем интересненькое. Так что, дорогие друзья, советуйте, хотите бы еще увидеть это продолжение, или если нет, конечно, я буду играть дальше, но если вам это не зайдет, ну, я уже буду это делать вне записи, да. Так что вам, друзья, большое вам спасибо за ваш просмотр, лайки. Если что, пишите комменты, ваши советики по поводу этой игры, если вы, конечно, любите такие виды игр. А на сегодня мы закончим с этим тестовым вариантом. Так что дайте знать, что вы об этом думаете. Хотели бы увидеть продолжение этой игрушки или нет. Но в любом случае, большое вам спасибо за вашу поддержку. И всего доброго, друзья. Пока-пока.